Алло, наши вашим, господа товарищи комрады. Мое почтение. Это Георгий, учебный канал Ретро Ява. Вот, тестирую свой Twix стенд. И нарадоваться не могу. Вот стоит сейчас на призмах. На подшипниках. Не могу нарадоваться. Просто не могу нарадоваться. Как мало надо для радости. Но очень мало надо для радости. Развал шатунов в ноль. Вот просто в ноль. И шатуны отбалансированы путем подбора. Полграмма разница. Японские подшипники. Все цапы заменены. Все три. Родные только остались щеки. Это не коленвал, господа, товарищи комрады. Это бомба. Ух. Как мне нравятся хорошие вещи. Шатуны ЦКР, оба подшипники НТМ, японские, изготовлены в Японии. Цапфы наши латвийские, делаются на термопроизводстве. Это обалдеть. Начал сначала на этом, на центральной опоре, поправил. Ну, в принципе, после этого уже, в принципе, и не надо было. Я так, чтобы удостоверить, поставил на Twix стенд. Ой, какая тут красота. Наверное, будильники отсвечивают, наверное. Ну вот такая вот картинка примерно. Работаем дальше. Всем пока.